Всем привет, ребятки! Сегодня мы поиграем в старую версию Генри Стикмена. И, в принципе, погнали играть. Посмотрим, как старая версия отличалась от новой. И, в принципе, поехали, плей. Сегодня мы будем похищать алмаз. Так, значит, какой-то чувак говорит: тут алмаз, все дела. Сегодня мы открываем выставку. Ага, это значит, все по телеку показывают. Ага. Ну и, конечно же, Генри Стикмен это все увидел. Я должен все это своровать. И, в принципе, пошел он грабить музей. Угу. Окей. Мы можем взорвать, а можем тихонечко проникнуть к этому. Окей. Подожди. А можно вернуться назад и попробовать другим воспользоваться? Ладно, давай попробуем сейчас прыгучие ботинки, значит. Так, прыгучие ботинки. Он просто в воду упал, фейл. Подожди. Давай-ка попробуем взорвать. Это как будет? Ага, он на байке решил, походу, проникнуть в музей. О, смотри, там какой-то сумасшедший чувак на скутере. В смысле? Ну, подожди. Ни хрена какое управление. Ладно, сейчас подожди, давай попробуем. Давай попробуем. Давай, я буду прям жать на клавиши эти, я не знаю, вот как-то вот так буду. Прям скликать одновременно. Так, давай. Ага, он, значит, вырывается так. И все такие, охреневшие такие. Тут какой-то чувак сумасшедший проехал в музей на скутере. Ну, попытайтесь его поймать, но, в принципе... Ой, блин, я не знаю, давай вот это. Ого, проникли. О, упс. Сигналка. Давай вот это. Давай. Поехали. Реально, я надеюсь, что новая версия Генри Стикмена будет отличаться от старой, потому что тут более, знаешь, так, ну, весело, конечно, но не так прям как в новой, потому что мы уже сравнили старую версию. Блин, тихо. Ой, блин. Все, фейл. Подожди. Ой, блин. Давай, чувак, вот, значит, вот это. Погнали. Мы тут все способы не будем пробовать, и все это попробуем в новой версии, как бы, вот, как-то так. Да, ёшкин кот, давай. Давай, тащи. Ага, окей. Подожди. Так, чё у нас тут? Камень. Окей. Так. Так, уже выехала полиция такая. Блин, мы застрелили, вот черт. Вот жопы. Реально, ладно, давай сейчас попробуем реально тут не зафейлить. Давай камушек подбирай. Так, окей. И что же? Так, вот тут пузырь. Ага, окей. Но он утаскивает алмаз, ты посмотри, он утащил почти его. Генри, давай, ой, блин, сейчас нам что-то надо предпринять точно здесь, да? Sir, place your hands where you can see them. If you do not comply, давай, драйв, блин, вот гады. Гады, мы, короче, зафейлили, ладно. В принципе, давай попробуем сейчас другое вот это. И попробуем, значит, выбрать какой-нибудь браслет. Не знаю, вот такой вот. Ну, знаешь, мы так, мы не особо будем сейчас проходить вот эту старую версию Генри Стикмена, так как мы будем все пробовать остальное в новой версии, пусть это будет останется интригой, как бы некоторые вещи тут. Окей. Телепорт, опять же, в первой в эпизоде, короче, и там в этом... Опа. Проходим. Так. Панч! Потом Пенни. Может, Пенни давай? Опа. Он проникает. Дроп. Смотри, это же не, случайно не отсылка к этому, к Портал? К
Portal Gun, ну к игре Portal мы еще с Пашунчиком проходили. Portal было реально весело, окей. Значит, дроп можно. Вот эту клешню. Давай клешню попробуем. Будет так, будет лучше. Так, давай-ка. Вот это секретное что-то. Ой. Нас порезало. Подожди. Хаммер. Ну тогда хаммером, господи. Как-то так, окей, берем. И... Как мы это утащим? Ты такой думаешь, блин, как мы это должны утащить? Сыр вот это, либо... Ну давай сыр, я не знаю, это глупо, конечно. Круто. Круто, блин, он просто сожрал сыр и все. Подожди, планк. Тогда... То еще, блин, жестко. Неужели пройдем сейчас? Мы должны хоть одним способом, но сбежать тут, если что. Остальные способы мы будем пробовать в новой версии, опять же. Так, давай-ка алмаз вот так. Ага. Окей. Хорошо. И все, мы проходим вот так, короче, окей. И, кстати, тут получаем ачивки эти браузерные. Окей, прикольненько, прикольненько, окей. Все-таки он сбежал с алмазом, как-то так. Так что, вот, ребятки... Чтобы посмотреть все способы, переходи к следующему видео. Оно прям будет, я надеюсь, ну, следующим, прям после этого видео, как бы, мы будем пробовать способы. Другие, вот, уже в новой версии будем там ржать. Пусть остальные способы остаются интригой. Так мы вот пробежались по-быстрому в новой версии, посмотрели... Ой, старой версии пробежались по-быстрому, посмотрели, как это все было. Ну и, в принципе, посмотрим все в новой версии, уже в другом взгляде будем сравнивать. А пока что, ребятки, на этом все. Подписывайтесь на канал, если не видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.